получить возле сцены. Ой, один ремень едет. Во! Смотри. Это наша родина. Это ты. Не в землю, там поршуну найди какой-нибудь. А вон французского гусарика можно. Да. Вот, раз. Убирать надо, плечо. Плечо, убирать, прикладка, убирать. Состоится бой у редута. Показательное выступление 1812 года. Напоминаю, что программу мероприятия можно получить у сцены. В каждой локации происходит свое локальное мероприятие. А в 12:00 Уважаемые зрители, сделайте несколько шагов назад за деревянные заборы. Фотографы. По флагу, Саша. Да, флаг какой? На той стороне. Там, по-моему, не идет. Там нет.
что-то не видишь. Молодцы!
Блять! Вот и нету больше русских у русских. Ну мы сейчас возьмем. Поможем? Вот там. Не, серьезно. Не, ну можно, конечно. Они даже это сами привезли. И тоже будут участвовать в реконструкции. Мы постоянно готовимся. Я сам человек бывший военный, поэтому мне
это не тяжело, хоть и возраст уже за 50. Мы тренируемся, вчера вот полтора часа мы тренировались. Потому что у нас есть молодежь, которая не знает те команды, которые были в 812 году. Для меня это было 1602 года назад. Конечно. Ну нет, нормально. Как говорят у нас в армии, лучше 7 раз покрыться потом, чем 1 раз инеем. Поэтому мы в стране. Если мы платить больше, да? Представьтесь, как вас зовут? Меня зовут Владимир Семернев, я унтер-офицер Томского пехотного полка. Командир 2-го отделения 1-й мушкетерской роты 1-го батальона. Ну и начальник. Да, и мой непосредственный командир. Дубровин Петр Юрьевич. Простой солдат. Нижний чин. Ну и являюсь и заместитель председателя Полкового совета ветеранов по патриотической работе Томского. Спасибо. Не знаю, Москва заберет, они пока...